Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Азамат Бум 16К. И это Plant vs. Zombies, вторая часть. Сегодня мы пройдем почти всю ночь. Но точнее, мы пройдем только половину. 5 уровней. Так, ну что ж, начнем уже с первого уровня. О, привет, Дэйв. Мама? О, поехали. Так, ну что ж, поехали. Но я вам промотаю, чтоб так скучно не было. Так, ну что ж, мы очень быстро набрали это. А я вам сейчас, промотаю где-то до, четвертого. Так, четвертый мы уже прошли, точнее, мы сейчас его будем проходить. А чтобы опять было, не было скучно, давайте я вам опять промотаю. Так, вы наконец-то вот это выбили альманак. Так, посмотрим, что у нас в альманаке. Так, выберу, конечно же, растение. Так, я это буду потом читать, не хочу сейчас просто. Так, тогда пошлите уже 5-й левел. Так, короче, мы сейчас будем уже наконец-то, играть в бонусный левел. И вы наполовину из бонусного левела увидите, как я... Короче, там вы увидите озвучку Арсена и моего... Что? Короче, я сейчас быстро мини-игру пройду. Покажи. Да, это бить и чильков, да? Да жиробас в тесте, сколько можно? Почему так мало? Не знаю. Где солнце, алло, где солнце? Солнце, подай. Поставь по солнцу, поставь. Да я не могу, тут солнца нет. Ахалай-махалай, подсолнух вызывай. Все, через 10 секунд выпадет солнце. Тем временем ты, который рядом, призвал солнце. Не, реально, сейчас появится. Я же говорил. Ты удивлен? Ты это предвидел. Ты же играл-то. Ё-моё, сколько солнц выпало? Это мало, алё. Давай быстрее деньги зарабатывай. Я буду покупать Гуччи. Я буду богатым. Что это за...